Доброго времени суток, с вами Тимофей Андреевич, канал «Вне города». Папа сегодня проснулся поздно, в 10. И я боролся со звуком. Со звуком на этой камере бороться бесполезно. Ага, бегу. Так, сейчас я быстренько. Чайку. Сегодня 30 сентября. И неожиданно для себя, проснувшись, я увидел чудо. Чудо-юдо. Сейчас сниму. Вот оно, чудо такое. Чудо-чудное. 30 сентября снег. Всем то побегает. Интеряка соскучился. Нет, Вась, покатай еще, это маленькая голова. Не могу. Доченька. Туловище. Это туловище. Нет, это туловище. Тут что-то голова, а где у тебя туловище? Давай. Вот такой вот у нас, вот такой вот у нас дяденька хреновое лето. Неожиданно. Мне казалось, что снег выпадает как-то позже. Да еще так жирно, шикарно выпал. Там мои курицы, наверное, сдохнут от холода. Мы не можем решить проблемы с трубой для печки, поэтому у нас проблемы с зимним курятником. Надо только носик сделать, глазки. Надо еще одну запчасть. Надо голову еще, дочка? Да. А у нас там еще. Да. Заначки? Где? Доча, так это что за толстячок такой получится? Какой-то смешной толстячок, да, получится? Эй, это снеговик будет. Снеговик будет? А как ручки? Ручки из палочки. Собаки радуются снегу. А это тоже голова. О! Какая голова? Ну-ка, давай папа снимет. Нехотучка. Надо ему шапку. А что за нос такой? Он замерзнет. Замерзнет? Да. Ну, конечно, шапку ему надо. Надо ручки надо. И ручки надо прилипучить. Ну, ручки ему. Эй! Эй! Эй, носи гони. Что, ты защищаешь снеговика своего? Да. Сейчас веточки какие-нибудь ему... Эй! Из веточек каких-нибудь сделаем ручки. Да? Да. Дочь, как снеговика зовут? Я его назвала... Девочка. А, это девочка-снеговик? Да. А. Вот там косичка. Косичка у него там? Нет, пусть вот эти будут ручки. Вот это? Не, ручки надо ниже, наверное. Ну что, ты палочки нашла? Ручки. Я нашла такие ручки. Нос. Вот какие ручки. И ушки. Давай мамочка сделает ушки. Вот какой красивый снеговик вышел у нас. Я волосы.
Тут он как-то стоит над его. Опа! На меня, по-моему. Ой-ой-ой. Простите. Сломался снеговичок у нас. Сейчас еще накрутим. Да накрутим, конечно. Вот смотри, сколько снега. Ой! Пойду я сниму. Что там в огороде делается? Сам не видел. Папа, блин, болеет. Солнце ходит по снегу. О, стыд, позор. Блин, что-то какую-то обувь надо искать. Неожиданно. Ой, папа вчера вам делал дорожку. Все засыпало. Надеюсь, растает. Так, сейчас я покормлю курей. О, кто там курятник? Вон туда. О, Петя орёт. В тот курятник запихаю, пусть они хотя бы в домике сидят. Неожиданно, неожиданно. Я по классике. У нас все неожиданно. И понятно, что холодно уже, блин, с этим курятником. Не знаю, что делать. Ладно, будем искать трубу. Каким-то образом разберемся. Ну ладно, вот такой репортаж у нас получился про снег 30 сентября. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки ставьте. Все, давай, пока. Счастливо, счастливо. О, ничего себе, только я оденусь.